Здравствуйте, Александр. Это видео про ваш одуванчик. Вот смотрите, одуванчик, полочка для установки на байонет, калибр и клей. Вот таким же образом сначала вы наклеите полочку, потом с помощью двустороннего скотча наклеите одуванчик, чтобы безошибочно проверить правильное место его посадки. И только потом уже установите его на клей. Предварительно все обезжирив. Смотрите, я запрограммировал фокус на расстояние 85 мм и диафрагму 1,4. Время входа в режим программирования 1 секунда. То есть вы всегда по моей видеоинструкции, по полной печатной версии сможете перепрограммировать одуванчик, особенно если вы видите бэк или фронт фокус. Сейчас я его упакую, и завтра утром он отправится в путь. Спасибо за внимание.